желтенький, оранжевенький и красненьким немножечко. Видите, это все дома. Обратите внимание, что лужи на цветочке нет. То есть ворс должен быть достаточно упругий и брать много краски. Некоторая синтетика берет краски меньше намного, и вам постоянно придется макать в краску кисть. Расписывайте лучше по одному листочку, не перебарщивайте краску, не заходите краской на резервирующую линию. Оставляйте, я рекомендую оставить кончики светленькими. Белым цветом не пренебрегайте, оставляйте его в композиции обязательно. Ну, общий принцип для всех как бы ваших вариантов — это то, что вы начинаете. И двигаемся в одном направлении. Васильковый синий внахлёст накладываем, с василькового зеленый. Цвета в цвет. Здесь можно просто одним темно-зеленым. Не замыкайте. Пожалуйста, следите за этим для того, чтобы краска у вас активно не пошла.